после того, как ваша команда проявила 19 очков, сумели найти силы, вы и ваши партнеры по команде, чтобы не только восстановить статус-кво, но и даже выйти вперед. И все-таки этого не хватило для того, чтобы зацепиться за результат. Почему? Потому что мы пропустили рывок в конце, который 18-0, по-моему, был, и он стал основной, ключевой для нас, и мы не смогли, так сказать, подняться с этого рывка. Он стал основной причиной нашего поражения. Был рывок в первой половине, но мы не сдались, мы продолжали там гнуть свою линию, мы не попадали, но мы как-то стремились к этому. Но этот рывок в конце стал ключевой для нашей команды. Теперь надо искать очки в противодействии с химиком. Возможно. Теперь. Спасибо вам большое.